А, вон он. Ты чё, куда ушёл? Мужика какого-то спутал. Чё ты? Не мешайся. Я ему этих беру сосисок. Кто-то говорит, с этим... В целлофане отдаёшь. Это не в целлофане, а беру ему в кишке. Которая не чистится специально. Я даже когда варю иногда сам, ну, с пюрешкой или что, не... А, давай здесь, да, тебя там собаки съедят нахер. Вот. Когда сам их варю, они иногда не чистятся, я таких тоже их с кожурой ем. Хотя я не любитель сосисок этих. Сейчас, погоди, Сережа. Пакет опять завернули, говорю, не ложите в пакет. Чук-чук. Две сосиски тебе, тебя ростом. Котик толстенький, смотрите. Ухо, ухоженный. Скоро заберут, наверное. Но пока зимы не жарко, что там? Все видно? Давай ешь. Я пошел. Здорово, Саня. Пока зимы не холодная, так поживет, а там, не знаю, может, приберут кто, а может, кто не приберет. Все, сегодня коротенький ролик про Сережу. Сегодня это, в планах съемок не было никаких. Пойду 3D принтер. Я же сейчас этот 3D моделирование изучаю программу. О, программа, посмотрел, лицензия стоит, знаете, сколько в уморок пойдет? $10,000. Я нашел взломанную, сейчас ее установлю, только там через патчи надо, хитрым способом. А на рубли, если перевести, она 500 000 рублей стоит. Мне вчера подсказали в комментариях, какую. Я нашел ее. 2017 года. Забыл, как называться. Вот я там уроки по ней нашел, сейчас все, и собираю. В общем, будем этот ремонтировать. Подлокотник. Подлокотник из этого. С металлоискателя уже сломался. На 3D принтере напечатан. Здорово, Толя. Все, заходим. Сейчас, погоди, Руслан Иванович. В общем, мы чайку попили с Русланом Ивановичем. Еще один на кошечка. Забирайте, ребята. Мне двух не прокормить, трех уже. У меня же свой еще есть. Итак, идем на дело с Русланом Ивановичем. Руслан Иванович, поздоровайся. Тебя еще не видели, пацаны-то. Привет, ребята. Давненько я с вами не виделся. Давненько. Ты что, в баню сейчас зайдешь? Я только дам коробочку. Давай, я пока расскажу, что мы делать будем. В общем, рассказываю. У Руслана Ивановича есть Wi-Fi. На нем пароль. Я сейчас расскажу, да. И у него стоит реутер там на окне. Роутер или реутер. Ну, я потом. Не обращайте внимания. И что происходит? У него по вечерам по 30 человек сидят у подъезда. Уже соседи ругаются, меня и Wi-Fi. Кто-то пароль ему взломал, видать, и сидят там, воруют. Трафик. Так что сейчас я зайду, поменяю ему пароль. Сам не может. А я же что, по образованию? Ну, одно из образований у меня когда-то давно было системный администратор. Я тут обслуживал, да и до сих пор некоторым помогаю. И для меня это что, как рыба в воде, там в интернете себя чувствую. Ну что ты, Руслан Иванович, как жизнь православная? Жизнь хорошо, работы много. У меня, между прочим, твой компьютер еще стоит, так и руки не доходят. Как-нибудь на досуге постарайся. На досуге, да. Собрать надо, что-то мне сдается, северным мостом у тебя умер. Ну ладно, я другую воду перекину, посмотрю, если что. Только ленивый не работает. Деньги можно неплохие зарабатывать у нас даже в поселке. Главное работать. Каким образом? Ну-ка, поделись, а то пацаны сидят, говорят, где денег берешь в поселке? Ну, потому что раз. Снег. Надо учиться. Снег почистить. Ну, не знаю, зима. Здравствуйте, у нас молодежь по канавам полуза. Зима, много бабушек, старушек, кому дрова расколоть, кому снег старая скинуть. Но. И много других приятных. Людей, так ты же, получается, которым нужна помощь. Самозанятый сейчас, да? 4% государству будешь отдавать? Нет. Почему? Потому что они вряд ли доживут до пенсии. Ага. То есть, я вообще против того, чтобы учитали пенсионный фонд. Я ну, тоже. Мне это очень не нравится. Я тоже. С меня будут вычитать, если тем более официальная работа мне очень не устраивает. Я уже рассказывал, это пирамида государственная. Да. Почему-то мы должны компенсировать пенсионеров, если они когда в свое время работали, где их деньги? Вот именно. А тогда кто меня будет кормить, если у нас постоянно умираются люди и это численность населения, ну демография-то падает. Что-то на какой-то развод большой похоже, я ребята. Я поражаюсь, люди, которые со стажем работы выработали свои года, и люди, которые это, у них пенсия одинакова, которые не работали, нигде пенсию получают одинаково, разница в 300 рублей. Смысл, чтобы с тебя вычитали пенсионный фонд, если ты можешь ту же самую пенсию получать. А ты видел, какие они себе дома строят, пенсионные видел, фонды? Видел. А вы в Питере еще, ребята, я сейчас фотографию составлю. Видели офис Газпрома? Видели. Миллер какое дело, они уже не знают, куда денег, суки, девать, не знают. И вот народная... Дома-то, дома-то. Не буду дома снимать, пошли давай.
Дома не будет, но я так покажу, что-то сделаю, только и все. Русский надо на английский переключиться. В общем, что у Руслана Ивановича? Заходим в административную зону Реутера сейчас, да? Сейчас я уведу админ. И сейчас найдем, где это все делается. Еще 5 секунд работы. Google, заходи. Что-то палочка коротенькая. Ну все. У него там пароли все сбиты. Кто-то ему поменял пароли. И он говорит, в ремонт отдавал когда. Все заменили. Я говорю, звони в поддержку, узнавай там, хер знает, что. А так ему все сделал, от Wi-Fi пароли все сбросил, все поменял. В общем, нормально. Все, иду домой.